друзья, всем добрый день, добрый, я бы сказал, морозный день. На данный момент у нас сейчас минус 17 градусов, мороз стоит второй день. Хорошо на улице. Тобол, я уже был на Тоболе, на реке вернее, ну, Тобол уже практически весь встал, но зайти на него еще, ну, в большинстве мест нельзя. Лед тонкий, 3 сантиметра. Ну, сейчас буду останавливаться, показывать. Все. Ну вот, мороз стоит второй день, но лед уже встал. Это нынче как бы воды очень мало, в Тоболе вода почти стоячая, поэтому вот так быстро застыл. Обычно это дело происходит гораздо дольше. Вот майны. А сейчас майн, ну, полыньи. Это проще сказать. Полыньи почти уже нету. Завтра утром уже ничего не будет. Все застынет. Ну ладно. Едем, смотрим. Вот такая красота, друзья. Едем. Снега, конечно, мало еще, но уже на снегоходе. Друзья, сейчас маленько спустимся к берегу. Маленько хочу показать. Ну, тут, в принципе, не спуститься. Тут крутенько. Ну вот видите, вот полынья, вот такие маленькие уже остались, их затянет сегодня ночью, это уже затянуло, просто на ней это измороси нету еще, но она уже затянута, вот как-то так. Вот, друзья, добрался до первой точки, это мы находимся на прорве, вот, пожалуйста. Лед стоит. Есть небольшие майночки. Но это ни о чем. Тут вот майночка небольшая. Тут вот небольшая майночка. Вот. В ту сторону там все стоит. Снимаю на Panasonic 230. Ну ладно, поедем до Куреек, там зайдем на лед, походим по льду, все покажу, смотрим. Друзья, купил на Валберис, заказывал вернее ручки от снегохода, от китайского Динго 150. Вот пришли, установил ручки, огонь. С нашими рысевскими не сравнить, они реально греют, а наши рысевские разогреваются 2 часа. Вот отлично вообще. Ну все, пойдем на реку выйдем. Я уже здесь был сегодня. Камеру первую дорогу забыл взять. Ну вот, заходил на речку, тыкался.
Вот тут у меня ледок треснул. Вот я до середины он доходил. Вот до сюда. Дальше не пошел. В общем, вот лед у нас. Вот здесь я ходил, здесь лед. Вот где я сейчас стою, тут 5 сантиметров лед. Вот там он, там 3 сантиметра. Почему я туда и не пошел? Вот. Поэтому, кто лезет на первый лед, очень-очень осторожно. Обязательно с пищней, чтобы, как говорится, щупать лед перед собой. Вот солнышко у нас. Сегодня у нас 17 ноября. Ледок нынче маленько запоздал. Видео как бы для рыбаков. Ну, как бы для видеоотчета снимаю сегодня. И сегодня же его и смонтирую. Сегодня оно уже и выйдет вечером. Вот. Так что вот как-то так. В общем, закругляюсь. Что смог, показал. Значит, сейчас поднимаемся на снегоход и поехали домой. Значит, вот такой табол. С вами был я, канал Мастера и Рыболовы, и наша речка Тобол. Смотрим канал, подписываемся на канал. Всем удачи и пока!